Очень хорошие, сильные люди, которые действительно живут в очень тяжелое время. Но, тем не менее, впечатление всегда у всех самое хорошее. Поэтому я желаю вам, чтобы мы остались в вашей памяти на долгом. Так мало того, есть еще третий праздник. Это 75-я годовщина Стахановского движения. Мы вчера были в Стаханово, приезжал наш президент, приезжал с России, с Кузбасса, с Караганды. Ростов. Это... Ну, мы единые, все как не раскручиваем. Национальности нет уже. Да я же Основные здесь это у вас самое. Я буду за барабанщиком. Вы приехали в Краснодарчи, вас пригласили на День шахтера, как вам наш город и вообще красивый? Город очень красивый. Мы очень жалеем, что мы не вернулся до раньше. Но, слава Богу, наша мечта сбылась. Мы были в Краснодаре, Северодонецке. Да, ну вот, наконец, оказались и у вас. Вам предлагали показать шахту. Вы приняли предложение, вы как-нибудь навестите? Да, я думаю, что... Если вы предложили? Нет, предложили. Да, вот только что. Так что, самое главное, я думаю, что вот следующий приезд, когда мы будем работать, сольный концерт наш, мы уже на ждут уже и каски, и фонари. И будем спускаться в забой. Может быть, и уголька подпим. То есть вы соизволили спуститься в шахту? А почему нет? Ну, мы, когда вот были в Донецком бассейне, мы были в шахте. Нас приглашали. То есть о шахтерском труде вы наслышаны? Конечно. Ну что? У меня даже есть дома каска с гравировкой шахтера Донбасса. Синяя птица!
скалы под стол, развеселясь, трон с тобой, и засмотревшись на тебя.